Так, друзья, входим в Приморский парк. Пойдем. Да не, вот так вот пойдем. Да, сегодня прекраснейшая погода у нас. Не жарко и не холодно, такой легкий, обдувающий. Ветерок помогает. Да, ветерок. И очень приятно гулять. Сейчас посмотрим, куда нас приведет эта дорога. Здесь у нас какое-то мини-ущелье. Где? Ага. Ну да, я говорю, мини какой-то. Мини-ущелье у нас. Там должна быть какая-то речка, наверное. Ну, как бы типа да. Какой-то источник. Высохший. Что-то там должно было быть. Слушай, может, вон там перекусим? Что там интересно? Там кафешка. Кафешка с мороженым. Мороженое нам не надо. Нам бы мясо поесть. Да. А, мы уже сюда дошли. Смотри, море здесь уже. Yes. Все понятно теперь, где мы находимся. А то я не понял. Так, друзья, Приморский парк у нас тут. Гуляем потихонечку по городу, по городу Варна. В Болгарии. Вот сейчас дошли до моря, я думаю, нам надо какую-нибудь кафешку будет зайти, посидеть. Сегодня купаться желания нет, поэтому просто совершаем прогулки и также воды набрать, питьевой воды из источника. Здесь он недалеко, по этой улице должен быть, по этой улице, в смысле, там снизу по набережной идет, который. Сегодня город у нас живет, все отдыхают, сидят, проводят время. Не знаю, правда, какой день. Какой день сегодня, знаешь ты? Четверг. Четверг? Четверг у нас сегодня. Так, как пойдем вниз? Пойдем вот так, наверное, скорее всего. Да, вот так вот пенсионерчики любуются красотой. О, смотри, там какие лодки красивые. Mm-hmm. Да? Стоят такие белые. Без парусов. Сейчас, друзья, спустимся на набережную. Посмотрим, что у нас тут. Я не думаю, конечно, что здесь что-то изменилось. Варна живет в своем ритме жизни, все то же самое. Концерт. Концерт какой-то, да? Сейчас посмотрим. Сверху. Сверху? Там, а, на той стороне? Непонятно. Ну да, он на той. Это где тогда эти собирались, наверное? Церковники? Да. Может, это опять они собираются? Может быть, но они обычно по воскресеньям. Музыка на какую похожа? Болгарска? Значит, народные какие-то, наверное, собрались. Бабули поют. Ага. Может, сегодня пенсионерный клуб? Да. Сегодня день пенсионеров. Здесь у нас болотом этим пахнет. Какой-то водой застоявшейся конкретно. А вот здесь, это вот отсюда идет запах. Здесь лягушки квакают. Ты тоже споткнулся на этот камень? Да. Из-за того. Какое-то странное сооружение. Может, на лягушке на гриль? Лягушачьи лапы, да, поесть? Там красивый водопадик маленький. Водопадик красивый, но само вот это вот водостояние здесь не очень красивое. И пахнет здесь не очень приятно. А вот смотри, лягушки. Оба. Ага. Ноги сделал. Слышь, вон сидят там. Ты слышишь, что он делает? Общается. Урчит. Он что, в клетке сидит? Не, вон он, вон он. Ой, смотри, прям вот сидит, да. А кто это урчит? Или это черепаха сидит? А, а нет, это лягушка. Там такая серьезная лягушка. Да, да. А тут еще какая-то, наверное, квакает. Может, ну, под этим ковром? Ну, их много там, да. Это может, ту заточили за решетку. Она в неволе, а это ее навестить. А это навестить лапы пришла. У нее прикольные. Ну куда я-ка я? А, все, сделал, ушла она.
Сейчас мы подобьем эту другую, чтобы она вылазила оттуда. Они наоборот не будут вылазить. О, слушай, она прям здесь. Ну да, только не видно ее. Она здесь за ковром. Слушай, как он там квакает конкретно вообще. Давай, вылази. Она вот здесь, под ковром. Видишь, он даже бульки идут. Да? Вот она прям здесь. Ага. Может быть. Она, может быть, маленькая? Конкретно ребёночка? Она квакает, да. Ну ладно, пойдем. Она же беременна? Не знаю, что у нее там происходит, но... Ну явно какой-то движняк. Так, посмотрим, что за вода. О, смотри, какое место здесь красивое. А вот это место мне нравится. Такой мостик красивый и типа водопада. Там красиво. Маленький, хилый такой, конечно, водопадик, но ничего. Ага. Мне нравится плющ, который растет. Красивый такой. Да. Что, пойдем? А вон птица сидит, видишь? Я не знаю, правда, с какой целью она сидит. А? Утка. Утка, да? Пойдем. Тут все заросло. Давно здесь, видать, за всем этим хозяйством не ухаживает. Бюджет города на это деньги не выделяет. Так. Поэтому все заброшено. Какая утка. Ну как дела у тебя? Что ты здесь делаешь? Расскажи, что делаешь. Там еще какая-то лягушка сидит. Опа! Ушел. Поплыла. Так у вас такая. Смотри, как. А вон там еще лягуха здесь. Да? С этой стороны. А их здесь валом. Они здесь. И при том, смотри, она только одна здесь, эта утка. Да. Или они где-то прячется. Ну, тут одна, но... Да. Вроде одна. Так, не пусть, а лягуха. Пойдем дальше. Здесь ой, грязь, осторожно. Ах! Ой. Конкретное болото здесь. Так, друзья, посмотрим, сейчас у нас выход там вообще есть или нет. А, есть. Выход есть. Пойдем сюда. Здесь у нас идут какие-то конкретные гуляния недалеко. Вот здесь можно забраться, кажется. Ага. Вон там, видишь, этот концерт идет. Пойдем посмотрим, что там происходит. В принципе, недалеко. Это народный вот этот инструмент, который из этих сделан. Волынка. Волынка это местная. Вон там. Из этого. Из бычьего или пузыря, или из чего-то. Из чего он делается. В общем, оригинальный инструмент. Сейчас, друзья, покажу вам его, если это он, конечно, если я не ошибаюсь. О, да? Да? Ага. Серьезный движняк здесь идет. Болгарские народные гуляния идут, проходят. Болгарская пенсионерка.
Лесбийская лезгинка. Да? Я помню, там сегодня народ... Разрузнаций? Как? Разрузнаций? Кавказ. А, Кавказ. Россия. Да, да. Говорите русский. Да, да, по-русски говори. Сейчас ваш выход. Нормально. Пойдем, гуляни вы. Ну да, у греков тоже так. Пойдем дальше. Да, да. Я просто хочу дальше пойти уже, чтобы мы успели. Попозже пойдем. Так, друзья, мы покидаем народные болгарские танцы. Пойдем. Я просто хотел поучаствовать, потом что-то сейчас попозже. Меня сначала рвануло туда, потом думаю, давай-ка я попозже это сделаю. Сюда можно уже приходить каждый день, что творится. Ага. Часов 6. Ну да. Так, друзья, спускаемся на набережную. Как этот греческий танец. Как? Как этот греческий танец. Да-ра-т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 а. Ну да. Они что же ходят вот эти кругом? Да, да, у многих национальностей так, такой есть национальный танец, кругом похож. Да? Ну да, так и есть. В Ингушетии нет ничего подобного, только лезгинка. Да-да. Ну, зикарич есть. Лезгиночный хоровод нету? Не. Я участвовала несколько раз в таких, как курдских танцах. Ага. Таких круговых тоже. Но там вообще... Ты так потеешь, невероятно. Это не просто на расслабоне ты танцуешь. Ну да. А там идет такая бодрая музыка, и ты должен такую конкретную чечетку делать ногами. Ага. Притом очень быстро и очень громко желательно. Ну, точнее, сильно стопать. Ага, ага. Поэтому ты потом, когда несколько кругов сделал, ты уже весь... Вот такой разъяренный. Уже все, там разные варианты есть. И первый, кто идет, он обычно одной рукой машет там флагом или платком, в общем, в чем угодно. А-а-а. А другой рукой всех ведет, и он как бы задает тему. Ну, тему, точнее, да. Ну, вот эти вот шаги. Ну, управляющие вообще. Там есть как бы простые такие, а потом, когда уже сложные пойдут, ты там не успеваешь опомниться, что происходит. Ну, так, весело. Можно поучаствовать. Так, зачем? Может, выйдем на море? Посмотрим на вообще, воду. Вообще, можно к морю выйти, можно где-нибудь перекусить там. Можно, знаешь, как или здесь, или же вот на той, мы сейчас вот где прошли, там тоже, в принципе, такое же. Это, друзья, у нас первая улица, как вы видите. Здесь у нас есть наш родничок, где можно набирать воду, вообще хорошую, полезную, целебную, как говорят местные жители. Не, сейчас не будем, на обратном наберем, нам еще, чтобы с водой не тусоваться. Не, попить, чтобы набери чуть-чуть. Да. Немного есть. Не, пойдем, дальше там наберем. Пойдем сейчас на море, выйдем оттуда, с той стороны. Вот такая вот первая улица здесь, друзья, как вы видите. В разных городах она по-разному выглядит. И в Болгарии она в любом случае выглядит своеобразной, потому что защищена вот этими вот стенами, то есть вот этими строениями. Обычно первая улица и бывает море, потом дорога, как бы аллея.
потом дорога такая, и потом уже дома идут. Здесь же сначала вот пляж, потом идут дома. И вот такая вот маленькая уличка, то есть своеобразно, так скажем. Что, пойдем здесь? Выйдем на эту красоту. О, видишь, ищет золото. То, что люди потеряли, ищет, смотрит. Так, что, друзья, пока тогда все. Сейчас посмотрим, как у нас тут водичка, морю. Как вы видите, здесь идет такой размеренный, спокойный отдых. Кто-то ищет полезный ископаемый. Есть что-нибудь? Нету? Нема, ничто. Нема? Никто не что-то губит. Сегодня мало обронили драгоценностей. Вот так, друзья, обронишь что-нибудь? Потом придешь домой, подумаешь, где же я мог потерять. Возвращаешься на место, а этого уже нету. Здесь вот такой вот миноискателем все полностью. Уже все проверил, прощупал. И ваше колечко, которое, может быть, для вас являлось семейной реликвией, окажется где-нибудь в ломбарде. И будет продано за маленькие-маленькие копеечки, да? Может быть такое? Может быть. Что, друзья, пока все. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, в солнечную Калифорнию. Находимся в Болгарии, в городе Варном.